о том, что заседание должно проходить, она, видимо, ссылалась на свой личный опыт адвокатов. А то, что Сергей Удальцов сегодня... Суд дело в том, что когда некоторые журналисты увидели, что Сергей Удальцов вышел из зала суда, все подумали, что заседание закончилось, и человек сделал все так, хотя потом уже стало ясно, что просто обеденный перерыв объявили. На данный момент скоро уже заседание должно снова продолжиться, это начнется где-то около 2 часов. И как долго будет там проходить, пока неизвестно. Напомню, что оппозиционеров подозревают в организации массовых беспорядков, которые прошли на митинге на Болотной площади 6 мая 2012 года. Также следует сказать, что оппозиционеры готовили ряд акций в других городах России. Их на это якобы такое предложение акции было сделано для других политических программатов, которые обещал полностью с помощью Сергея Удальцова. Говорит о том, что он не причастен никаких беспорядков в других городах, он тоже не планировал организовывать. Я думаю, что в следующем месяце